срочно лавечки, ябечка, лавечка хочет, ябечка хочет, я... Это палец! Что видел ты, не видел рай, богатство и сломанье. Ябечки для всех, видите сколько? Где-то на все стаи уходит 4 яблока, вот там уже все, там уже буянит. Ябечки, выдаем ябечки. Ой, ябечка упала. Лавечки, ябечка, срочно, срочно, лавечки, ябечка, лавечка хочет, ябечка хочет, я... Это палец? Это палец? Это был пальчик папин. Так, вот еще одна ябечка. Так, ниже. Фибечку вы не увидите, она у нас прятательная крыса. Будем ябечка? Я и так вот положу, потом, может быть, как-нибудь вы его узрите. Все, ябечки, фибечки. Так, умка. Умака, умака. Ну, ябечка, мати. Мати ябечка, видишь, как он? А, вот так вот, да? А еще одно не будешь? Ну, одного кусочка мало, так что еще добавим. Так, дальше идем. Хаси спят, они сейчас быстро проснутся. Они быстро проснулись. Ябечка, хасички. Хасички, ябечка. И одно запасное, чтобы подрались. Ну, шучу. Два. Так. Дальше я не знаю, как сын будет снимать, потому что я на стул полез. Злобная какашка. Какашка неприрученная. Ты будешь ябечка есть? Она будет есть, но из рук не берем. Вот, видели, да? Вот все, финт ушами, финт хвостом. Сюда поставлю. Сюда. Куда? Вот сюда вот поставлю. Все. Не, это много. Полтора. К этим потом. Там много, сначала сюда. Стой. Где? Стой. Идем к старперам. Старперы. Перы стар. Звездные мои крысы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что такое? Я фигово гамак повесил. Здесь, я выходом в ту сторону повесил, надо перевешивать. Шаш-шаш. О, так. Кто еще? Лайкушечки мы вот так дадим, потому что он по-другому не выйдет. Лисенок, по-моему, спит где-то, поэтому ему просто вот сюда положим. А, не, вот он, лисенок. Ням. Это лисенок? Ты же лисенок? Да, ты лисенок. Еще добавим. Дальше идем. Хорошо, что у меня сын высокий, да? Ам. Ам. И еще два куда-нибудь, я не знаю, вот сюда положу. Я не вижу, куда я кладу, куда-то положу. Так. Лисенок сказал, что ему мало. Он говорит, хочу еще. На. И, ну я тебе там на полку положил, алло. А. Ля ты крыса, а? Дальше идем к этим болезным нашим. Болезные сразу. Вот раз болезный, два болезный, три болезный, три болезный. Уйди мой ной! Рот заранее открыл, причем вы видели? Ну и запасные, собственно, да, потому что они, скорее всего, передерутся потом из-за них. Так, и это еще не все. Крыса, которую вы не видели, а вы его, собственно, не увидите. Вон там он. Вон, видите, страшный нос сидит? О, это Вениамин. Вообще не Вениамин, а Венечка. Веник. Ну, чав-чав. Ам. Очень аккуратно берет. Такой нежный мальчик. Но он просто не показывается на камеру, он стесняется. Дальше идем. А, тут у нас старперка. Перочка, тьфу, смотри. Ну, она еще пока без имени. Я не знаю, она выйдет, не выйдет. Заячка. Кутя-кутя-кутя-кутя, вот новая крыса наша. Где она там вообще? Ты ее видишь? Mm-mm. И я не видишь. А она есть. Давай, бабуся, вылезай. Те. А, она себе прогрызла. Ну, короче, ладно, вы ее не увидите, мы ей тоже положим яблочко. Вот. Она яблоки любит. Ну, вот сюда вот кинем. Потом я все равно по ней видос сниму. Подожди. Секунду. Я застрял. О, злебный писюк прибежал. Нем. Яблоко больше ее раз. И вон там еще писюк сидит. Вот он, писюк. Ам. Их осталось две. Да. Трое уехали, если что. И добавим еще одно яблоко, из-за которого они будут драться. Лаве там буянит опять, слышите? Переходим к трындецу. Трындец начинается. И вот. Так, да. Так, начнем сверху. Первый. Да, ему на пофигу, на яблоко он папу увидел. Жуй яблоко, тебе говорю. Он вообще пальцы бы начал лизать. Писюк, первый писюк. Здесь, вот этот, а это у нас кто такой красивый, с кривой мордой? У него проблемы с челюстью. Так, Лави опять буянит. Лави говорит, хочу еще. Ну, Лавечка. Гулять она хочет. Еще один белый, вот опять.
Вот что это? Вот это как это вообще? Папу любить, яблоко есть? Да возьми ты яблоко, да возьми ты его. Типа лысое там чудовище. Где? Лысое чудовище. На еще одно. Да возьми ты в лапы-то его. Так, там у нас внизу писюк копал. Писюк, смотри, что там. Фига себе, да? Копал-копал, а выкопал. Ну зачем так? Так, на еще вот, на там, лавину совсем. Так, и еще. Ну, короче, на еще яблоко, все, сами разберетесь. Уйди нафиг. Уйди отсюда. Уйди, пожалуйста. Иначе не закроешь. Вот. А остальные яблочки пойдут к стаям, которые в той комнате, потому что я эту комнату не показываю. Да. Сейчас, еще секунду. Ну что ты буянишь? Ну ты все же спрятала, да? Ну на еще одно. Собственно, вот и походу этих яблок не хватило, мне придется сейчас еще одно резать. Вот так вот.